Привет, друзьяшки, привет, подписчики. Сегодня вам расскажу, как сделать так, как скрыть свой статус, что вы находитесь в сети, либо же в Телеграме, что вы были там 5 минут, 10 минут назад. То есть каждый вас сможет, в принципе, выследить. Чтобы это отключить, нужно сделать кое-какие манипуляции на своем телефоне. Именно вот в Телеграме вы заходите в Телегу. Во-первых, находите вот это вот. Присоединяйтесь, тут много интересного. А дальше просто нажимаете три полоски в верхнем углу, нажимаете настройки, попадаете в такое меню, где вам нужно найти конфиденциальность и найти время захода, видите? И здесь кто видит время моего последнего захода? Никто. То есть и вы не будете видеть, и вас не будут видеть. Но если у вас оформлена подписка премиум, то вы сможете видеть, у кого это активировано. А соответственно, у вас никто не сможет видеть. Это очень классная штука, чтобы от вас никто не следил и не знал, когда вы заходите просто-напросто в телегу. Понравилось видео, ставьте лайк, а я пошел рассказывать дальше.